Впервые участником социальной программы Химкинской администрации «Вместе» стала юридическая фирма. Теперь 23 льготные категории граждан могут получить здесь консультации и другую помощь в правовой сфере с 15% скидкой. Оказываем услуги в различных отраслях права, в том числе в сфере семейного законодательства, жилищного права, трудового права. Представляем интересы наших клиентов в судах общей юрисдикции, в арбитраже, оформляем права на недвижимое имущество, ну и просто консультируем. За время работы у фирмы сформировалась постоянная клиентура. Но и те, кто приходит сюда впервые, качеством услуг остаются довольны. Тем более, что теперь могут получить скидку. На официальном сайте я узнала о том, что эта фирма предлагает социальную программу со скидкой. Мне, как пенсионеру, естественно, это немаловажно. Вот я поэтому обратилась в эту фирму. И оказанные мне услуги меня очень устроили. Программа «Вместе» запущена в городском округе в прошлом году. Первыми участниками стали химчистки и прачечные. Позже присоединились продовольственные, мебельные магазины и медицинские центры. Это первая юридическая компания, которая идет в этом направлении. Мы стараемся все компании, которые оказывают те или иные услуги, подключить к этой программе. И такая задача стоит у нас на 2017 год. Планируется, что в этом году к программе «Вместе» присоединят еще две сферы – ремонт обуви и ателье.